Но лучше бы Фрид молчал, чем слово говорил. Лучше бы мы сейчас его застрелили просто. В итоге минус Гог. Так, блин. Жалко. Ну, не сам... О, вот и магию земли завезли. Шикарно, просто шикарно. Сейчас мы пойдем ее докачивать на мумиях. Этому я очень-очень рад. Очень прям рад. Так. Давай-ка единичку. У всех стрим норм. Не знаю. Ребят, напишите, стрим норм идет. Нет, подлагивает. Странно, ребят, что-то вроде я ничего не менял в настройках, почему подлагивает, не могу сказать. Лагает, лагает, норм. А, так это оставляем. Это сюда. Ну, сейчас немножко, наверное, вот так вот сыграем, подманим копейщика, чтобы он не вейтился. И просто разберем его. Беса. Ну, он, конечно, сыграл, Пит, прям, лучше не бывает. Но если он сейчас мораль не прокнет, конечно, будем надеяться, что все обойдется. Обошлось. Лагает, других причал вроде норм. Все, слушайте, сейчас я посмотрю, что у меня с этим. У меня вроде битрейт 2,5, дропов, дропы немножко есть, вроде не так критично, странно, что лагает. А вы с какого, с твича, вот на твиче должно быть все нормально, на гг должно быть небольшая трабл с гг может быть. Так, купим. Так. Сейчас мы пойдем пирью пробивать. Ну, а кого, кстати? Вот этих пойдем пробивать. Мумий пойдем пробивать. Сундук будем брать. Да, сундук мы возьмем определенно на экспо. Экспо не помешает. Тактика, тактика. Вот, блин, собака. Нет, тактику мы откажемся. Все равно будем землю качать до победного. До победного. А, так, до победного. Угу. Все-таки нет, земля нам очень важна, мы не можем от нее отказаться. Так что тактику не берем. Так, пирь разгоним на эфрите пока. Ага. А калхом будем сейчас бить крузеров. У крузеров. Так, что-то я что-то задержался немножко по времени. Нельзя так. Так нельзя. Калх. Так, можно было, кстати, и этим сбегать, нычку взять. Единички вообще не повредят. А, нычка-то взята уже, что-то я туплю, жестко прям туплю. Нычка. Зато единички вот обработаны, вот они единички, сейчас не подойдут. Тридцать один, ну не так много. Магии нет. Здесь пока подзакроемся чуть-чуть. Ах ты, блин, моральные. Еще мораль. Вы что, ребят, делаете? Бить вас, что ли, сразу? Ну давай сразу.
Что за мораль такие? Ни одного, лол. Девятая атака. Сто десять хп надо нанести. Здесь мы бьем двоих. Бьем только. Чуть осталось, недобито. Здесь не доходит, этот доходит. Ну вот так будем играть. Все равно нам тут уже дороги назад нет, только вперед. Я боюсь, что сейчас ангелы будут в щи получать. Это реально меня пугает. Да, ангелы сейчас пойдут в разнос. Но стоят. Это хорошо. И удачно очень собрались ребята с компанией. А сейчас мы навалимся на вот этого. Ангелом тоже его ударим потом, а этим сплэшем дадим сюда. Так. Боимся мы ли ангелом терпеть? Но он убьет троих здесь. В принципе, терпеть-то кому? Можно снять ответку, но, наверное... Наверное, да. Почему нет? Ну, в принципе, нормально. Будем считать, что разобрались. Так... Лого. Так, лого. Ничего, не страшно, единички у нас уже еще есть. Пир побежит сюда. Через повышалку. Так. Через повышалку на мумий. Герой из тюрьмы. Герой из тюрьмы, наверное, будем освобождать дрютантом. Так, Калха разгоним на Гоги, наверное. Гога седьмая. Так, Калх. Тут разгоним. Так, есть Сорша еще, которая передаст единичек. Да, в принципе, даже наоборот, наверное, Сорше все отдадим. И бежит. Сорше сюда. А Тант сюда. Ну, как-то так. Так, и Уфритин. Посмотрим, что там по армии. Мы все равно проигрываем. Да уж, неудачно получилось. А, Уфритин надо будет загнать следующим ходом в эту... замок. Кира. Пока так. Постройка. Ой, постройка не хватило. Ты ж посмотри, чё, а. Постройку не хватило цитадели, а. Что-то забыл про это совсем. Давай рынки построим, так не меняем. Проблем. Не проблема абсолютно. Как-то из головы даже вылетело. Так, удачной катки. Спасибо всем, ребят. Привет всем, кто подошел. Тут мы уже... Мы в цейтнот жесткий попали. Что-то сильно
какие-то бои сложные для меня попались, заставили очень попотеть. Сейчас на мумий полезем. Ну, не то, чтобы меня это сильно пугало, но... Можно было, кстати, разогнать пирь на ангеле. Ну да ладно, эфрит тоже нормально. Сфера огня. Строить будем замок? Я думаю, будем, потому что я лучше трейдану все в ноль на первый день. Но скуплюсь. Консу возьмем здесь. Здесь надо сейчас будет чекнуть, что за конса. Понадобится ли нам слоу, чтобы ее здесь бить. Вопрос другой, будем ли мы здесь разбиваться, например, сюда, чтобы пополнить ману пирью. 30 маны масла. Проси Дарка застримить, плиз. Да он не стримит, он не стримит. Так, ребят, сейчас отойду, мне позвонили, надо перезвонить. Нет, ты напиши там цену, этаж, там все это, чтобы я не забыл, просто на канале. Фоток нету, да? А состояние как? Так, продолжаем. Продолжаем разговор. Что у нас здесь? Ну, в принципе, мы будем готовы все это снести. Сейчас мы докачаем землю. И я думаю, мы в начале второй будем легко готовы. 1-2-1, 1-2-2. Мы будем спокойно к выходу готовы. Сейчас я даже, наверное, склонен к тому, возможно, чтобы не чтобы разбиться здесь в конце первого дня, да, или в конце седьмого даже, то есть просто пробежать полный ход ложками, пока будем доедать все. Ну, сейчас сначала смотрим, что у нас. Ну, вообще начнем с того, что разбиться тут не об кого. Посмотрим по мувам, сколько мувов. Мува, в принципе, норм. Мувов норм. То есть мы здесь допьем, докачаем. Возможно, даже нападем на мечников, вот на этих. Если повезет, это совсем будет шикарно. Мы консу чекнем и там разобьемся. Это будет совсем хорошо. Если, допустим, такая возможность у нас будет отсутствовать, но к конца будет какая-то подъемная, мы быстренько с маслом здесь ночуем. Калха перебрасываем вот на эту консу. То есть с первого дня мы берем ее. По цепи берем здесь. Разбиваемся от троглодитов. На пополнение. А, кстати, стоп. У нас же колодец есть. Ребята, живем. Мы можем в любой момент разбиться. Ну, потратим, конечно, мувов, но ничего страшного. Надо как-то будет тапки забрать. С тапками будет все проще. Маны будет больше. И бегом. Здесь СП купим, здесь все это пробьем и полетели. Ну, в принципе, норм. Даже калх нам здесь разведки в центре тоже пригодится.
Главное сейчас это не тупить, потому что время просто прям нещадно улетает. Я что-то на этот ход так много времени потратил, пока тут болтал. Я не могу, когда стрим у меня идет, не могу играть сосредоточенно. У меня почему-то какая-то это... Сегодня болтовня, что-то там базар. Будем строить ли мы замок, может быть даже и нет. Может быть рынок купить, может эфритов загрейдить. Давай посчитаем. 9 на 4. 3600. Плюс питы. Питов получается тут 7, там 3, 10. 5000, да 3, 8000. Ну, 8000 нам минимум надо на всю скупку. Гогов получается там 16, это 2000. Десяточка. А где ее взять? Десяточка плюс 2500 на разбивочку. Ну, наверное, натрейдим, да? Но опять же, если такие деньги нужны, может быть, проще отказаться от замка, от 5000 сэкономить. У нас сэкономленные 5000. Так скажем. Что-нибудь организовать. Ну, организовать скупку и быстрый выход. Подумаем сейчас. У меня просто даже, может, 5000, мне может просто на замок даже менять придется, поэтому я тупо рынок воткну. А на это посмотрю, может, импов загрыжу под скорость единичек для концы. Очень тоже пригодится. Может быть, ГМ-2, даже не знаю. Пока не знаю. Ну, кстати, удачно мы зацепили здесь знания, пир. Будем считать, что норм. Мана уже в сандалях пополнять. Да, я тоже об этом подумал. И скорее всего так и будет. Потому что все-таки где-то я думаю, мы будем на первый день все-таки разбиваться, а не на седьмой. То есть на первый мы разобьемся, нам принесут уже сандали. Мы уже будем в сандалиях и добежим. То есть первый, допустим, разбиваемся, бегаем, где-нибудь здесь ночуем. На второй планирую либо перед ГО разогнаться, либо уже сломать. Ну, то есть выход будет на второй день или край на третий. Наверное, так. Все-таки я понимаю, что поздновато, да? Но это лучше, чем вообще сидеть на респе. Потому что если бы нам землю не завезли, мы вообще могли вообще про выход даже забыть. Еще, кстати, нычка демонов есть. Туда надо будет героя сейчас направить. А он у нас есть. Он как раз пойдет и демонов там скупит. Может, кстати, Киру отправим на демонов, а этого поставим сюда. Так будет, наверное, правильнее. Теодороса поставим сюда. Уфритина сюда. Может быть, мы Гогов. Ну, Гогов, наверное, мы не потащим отсюда. Это лишние телодвижения. Ну, может быть, только если на следующий день под бой с ГО. То есть, уже когда все сделаем, потащим. Рез для джеба очень маленький какой-то. Ну, так получилось. То есть, вот мы зажаты между двух респов. То есть, вот этот получился, видимо, большой травяной. И вот этот получился, видимо, большой. А мы как-то там нам что осталось? Выделили кусочек какой-то, клочочек. Но зато лучше такой и с вот этим вот. Чем большой и пустой. Поэтому не самый худший рез, поверьте мне. Может быть, не прав, что тактику не взял, но скорее прав, чем не прав. Потому что землю любой ценой надо докачать быстрее. Количество экспо здесь ограничено. То есть у нас получается, ну, 2000, 2000, да, под на 35, если разделить. Сколько, что это у нас получается? 2000 на 35.
Получается 57 мумий должно быть. Ну нормально. Хватит 100%. Маленький лучше, если там все есть. Спору нет. То есть все компактно, все быстренько собирается. Но, как правило, шоколады, они на больших респах. Потому что... Если тактика уже была, могут два раза... Да, могут хоть каждый уровень тактику предлагать. Любой навык. Если попадает под вероятность, это все. Определенную. Папаш, привет, только зашел, покажи армию, удачной игры, спасибо. Привет всем, кто подходит, ребят, тут у нас все в самом разгаре. Армия у нас, вот она армия. Один ангел, 20 гогов, 5 титлордов, ну, не грейженных. Есть артефакт хороший, есть еще один такой, тоже неплохой. То есть армия для первой недели, ну, просто не, больше нету, больше не раздали. Одну нычку взяли, а остальное стартовая армия. Больше нет. Поэтому. Тут мне сообщения на телефон все приходят, что подписываются, ну, фоллоу ставят на Twitch. Очень приятно, ребят. Спасибо, кто фолловит. Значит, рад, что очень нравится. Стараюсь. Буду стараться чаще стримить. Может быть, даже буду стримить ХС. Если это интересно будет народу. Попробую ХС постримить. Арена, естественно. Так, можешь сказать, какой план на игру? План на игру очень прост. Сейчас мы прокачаем пить вот на этих мумиях. Проверим здесь консул. И будем готовы ее брать. То есть, в зависимости от размера концы, будем строить планы. Либо мы остаемся главным героем здесь. И будем здесь вот штурмовать, потому или мы уже пойдем на ГО скорее. Нет, мерзкие картонки. Ну, ребят, ну как бы если героя не всегда получается полностью играть, а ХС. Только не ХС. Ну блин. Ну, поэтому я ХС не стримлю, потому что вот вся аудитория, которая вот хочет меня смотреть, она, кстати, вот ХС есть другие ребята покруче меня, которые смотрят с удовольствием. В героях, ну, не такой большой круг стримеров. Так, ну спасибо, кому нравится. А в воскресенье турнир по ХС не хочешь замутить? Нет, я больше не буду мутить турниры по ХС, ребят, без меня. Как игрок, посмотрим. Как организатор, я уже наорганизовывался этих турниров. Нет уж. Да задолбал, Ром, бегать за всеми, правда. Организуешь турнир, потом за час до турнира всех пинаешь. Ты будешь играть. Смысл? Откуда пошла мода хейтить ХС? Я не знаю. Мне очень нравится ХС. Я, кстати, могу еще и стримить и Диаблу. Сегодня начинается новый сезон по Диабле. Поэтому, может быть, я начну побегаю сезон немножко. Говорят, в новом патче там изменения какие-то интересные. Но Диабло уже все равно уже давно уже не, особо не интересно. Не интересно, но тем не менее, может быть по гамме. Дьявол. Ну это Diablo 3, естественно, не то, которое Мизраэль играет на своих стримах. Первое Diablo. За кого бегаешь, Диаблес? Слушай, ну, я особо не давно уже не играл. Не знаю, кто там сейчас баланс правит. Но вообще, ДХ мой основной персонаж был. Надо было писать, столько подробно. Старается объяснить, очень полезно новичков. Ребят, если все нравится, ну, пожалуйста, смотрите. Как бы
все только с удовольствием. Только для зрителей. Ну, потому что, если не зрители, то зачем стримить? Все геройские папашки перешли на ХС и перестали стримить. Ну, на самом деле, у ХС, вот с точки зрения, допустим, того же, к примеру, того же Творы, но я понимаю, почему он ХС, потому что с ХС к нему больше идет народа. Все-таки, как ни крути, в героях ограниченный круг пользователей, стримеров, поэтому большую аудиторию не развить. То есть, как топовые стримеры по ХС там набирают 3-4К зрителей, ну, это не предел. Поэтому все-таки в героях даже топовый матч больше 1000, наверное, не соберет. Просто когда сам играешь с ХС, смотришь. Вот поэтому я и не люблю ранкет, потому что тупо одной колодой сидишь и долбишь этот ладдер. Я больше люблю арены. Там как раз интересно. Там как раз каждый раз разная колода, собираешь. Ну, суть-то, в принципе, одна, но тем не менее, каждый раз что-то да новенькое. Ну и тем более новичкам интересно будет арену посмотреть. Как ни крути, Творы насмотрело 500 человек. Но я думал, что у него на ХСе где-то 1К набирается. 4 утра у Творы на 1,5К зрителей на ХС. Да, я тоже думаю, что 1К на ХС Саня набирает спокойно. Ну, Творы, конечно, бизнесом занялся. Его глупо за это. Герочком героя, сам понимаешь. Ну, да, и как бы я понимаю, что Творыны очень интересные стримы, немногие так интересно могут. Просто ХС это очень невнятная игра. Как по мне, уж лучше стать чемпионат мира по шахматам. Стать чемпионат по шахматам. На самом деле можно и шахматы постримить, но шахматы совсем я совсем зрительскую аудиторию раздвинул. Я-то в шахматах понимаю немножко, но могу даже и игру постримить. Но я думаю, вряд ли кому-то будет интересно. Я думаю, все разбегутся быстро. Так, мой ход. Смотрим. Оппонент ничего не показал. Так, по плану все проверяем. Чек гильдию. Блин, Кири у него сильно. Сейчас у меня в дверь звонят, извиняюсь. Так, продолжаем. Тут у него что-то совсем все шоколадно получается, но меня радует, что у Кири одно знание. Это значит, маны немного. И значит, допустим, если даже есть слоу, то в центр он выход быстренько не оформит. Это хорошо. Так, поехали по плану, что у нас? Бить муни. Так, Соша. Гоги. Ага, ангел. Эфрит, вот здесь, как конкретно здесь, эфрит нам пригодится. Будет водить. Так. Это шахмат. Блиц 2 минуты. Да могу я 1 минуту блиц поиграть. Так. Пробиваем. Поехали. 52, блин, неужели не хватит? Я 53, 57 считал, что нужно. Плохо. Кстати, вот если я здесь ударю сюда с прямой стрелы, то все равно вот это будет удар в прямой, а вот этого будет удар все равно с косой стрелы. Для каждой клетки урон индивидуально рассчитывает. Поэтому особо разницы нет. Ну, видно, что их меньше умерло. Ладно. Сейчас, секундочку. Да, я сыграю немножко. Ладно, подойду сейчас.
Блин, а вот что? Надо было лучше вот этого убить. Какой-то бред начал делать. Что-то вообще не то. Надо было, конечно, убить вот этого. Вот этих отгоним. Здесь мы сыграем вот так. И удалось, что нужно сделать. Сейчас мы будем лупить в баллисту. Ну, эти пусть баллисты сражаются, но, в принципе, не жалко. Здорово, капитан, удачной карты. Привет, привет, Паш. Присоединяйся. 4 убил, 1. Просто. Так, да, не хватило каких-то там 400 опыта, поэтому сейчас пойдем дорезать вот на крузаках. Так, у Фритин убегает. Ты нам помог, спасибо. Так. Цепная молния. Гундула. Слушай, гундула пригодится очень даже хорошо. Да, если гундули еще с землю завезут, будет шикарно. Ну, у нас есть тоже папашка, по идее. Там-то куда? И если мы сейчас еще... Если даже окажется вот так, что конца маленькая, и мы можем в ней разбиться, это будет круто. Он говорил, Крэга очень близко вышло. Ну, молодец. Так. Так, это сюда. И сюда все. Эфриты нам тут не нужны, нам нужны единички. И поехали. Ну здесь точно докачаем землю, поэтому... как-то разберем. Да, жаль, что масло не зашло. Ну, да, ладно. Я даже не знаю, какую концу я хочу. К концу какого размера я бы хотел здесь увидеть. О, вот это крейгазм, конечно. Так вот делаем. Это, конечно, крейгазм. Поставили себе. Очень интересно. На самом деле многие почему-то магогов не любят. Я очень люблю магогов. Ими можно достаточно виртуозно управляться. Потому что когда вот играют ребята вот таким вот образом, так вот вставляются, это прям радует. Будем ли мы бить? Будем. Мы быстрее, мы, в принципе, забежим назад. Можно было, конечно, вот этих не трогать, не пить, баллисту бы шли пинать, но я слишком ценю баллисту. Вот так вот и разбазариваться. Здесь убьем. Троих убьем. Здесь убьем.
Ну, тоже троих без разницы. Инферно, да. А я еще и за башенку могу поиграть, Айва, так что это. Так случилось, что ифрит у нас оказались ударным стеком. Ой, питы, да. Оттянем назад. И здесь немножечко закроемся. Там здесь не обязательно здесь закрываться, надо вот эту единичку главное вырезать. Так вот сделаем. И вырежем единичку. Доходит, не доходит. Ну, по соточке. Собаки. Так. Так, стоит баллист. Стоит, хорошо. Тимвивер падает. Переконнект надо срочно делать. А, блин, он не догадается переконнект сделать. Не догадался, смотри. Ой-ой-ой. Блин. Блин, вот сейчас перебиваться со всеми. Блин, плохо как. Да вылетели герои, вот почему черный экран. Это перебивать 7. Да, жалко, конечно, что выпало. Вылетело все. Что такая модная, как цветочек.
Не цветочек, а в черепочек. Черепочки, цветочки. Это просто скин такой был, выбрал. Дарк 30 даже не Даркелла? Нет, это не Даркелла. Привет. Блин, реально с TeamViewer'ом что-то стал выпадать частенько. Так. Повторим ход, ничего страшного, но хотя демонами бой. Тоже опасно. Вам ничего не забыть при этом. Сделать как и планировал. У меня уже, знаешь, пропало желание с мумиями биться, потому что на них землю не докачают. Давай попробуем так. Вот туда побежал. Даже попроще, наверное, выиграю. Ага, попроще. Вот тебе попроще. У них, наверное, другие планы. На этот бой. Проклятие. Вытерпят ли удар? Ну, иди должны, но не будем это так. Могу потерял. Ладно. Меня уже там троллят.
Извините, ребят, пока чатик не читаю, что-то немножко это... Ситуация тут требует экстренных кликов. Давай-ка я просто сохраню. На всякий случай перед этим. Ой-ой-ой-ой, Калхам чуть не напал. Я уже не помню, как я дрался здесь. Но... Как я планировал, они все равно не встали. А был ли у меня эфрит здесь? Я не помню. Ух ты, как они выстроились. Какой удар? Все равно ударит. Ладно, придется так бить. Вот Гога потерял уже. Блин! Ну, ребят, ну так нечестно. Я так не играю. Еще этот ударит. Блин, что такое-то? Прям жалко. Блин, прям разочарование. 5 гогов просто на ровном месте ушло. Просто капец. Ну уж ладно, что не будем тут унижаться, там автоты его просить. Хотя, блин, я не виноват. Чонг. Ой. Лол. Ну я не буду просить еще раз перебиться. Не считаю, что это нужно. Ну, плохо побился. Ничего теперь, что теперь делать? Прям еще проморалились, сволочи. Трон. Ну, здесь может быть двушка, может быть хрен его знает. Героя что ли залить тебя?
Да, наверное, надо героя туда отправить, чтобы примерно посмотреть. Можно даже пир туда разбить, да? Выкупить здесь, выкупить дома, например, пополниться. Все это пробить пирью, да? С маслом, чтобы лишнего не терять. Да, наверное, это будет лучший вариант, я так тоже считаю. Кал, в зависимости от конфы, будем думать, что дальше делать. Так и поступим. А армию все равно сейчас надо вывозить назад. Так, пирью разобьемся. Не думаешь, пеконцу с пирью с маслом взять? А, конечно, все зависит от концы. Во-первых, масло оно одно, да? А, ну пусть на 5 раундов, но все равно. Слишком тут не по маневрируешь. Водные сферы всякие разные. Давай так попробуем. Так, на ману у нас ничего нет, ничего нет. Три знания. Как планировалось? Слушай, мне денег не хватит на все это, на все эти манипуляции. Ну да ладно. Бесов шестая, у грифонов тоже шестая. Так. А, двадцаточка, да? Ну, мы ее, знаешь, ложком возьмем спокойно, двадцаточку, вообще без напряга абсолютного. Но видите, ребят, что важно, шибко не столько прям все до идеала довести, а как-то мув-менеджмент немножко соблюсти. Буля будет. Там. Теодор сюда. Там звучит. Домой быстрее так вернет. Кира все себе возьмет. Да, этого надо к демонам отправить. Поставили руки, вот все там стоят. Замок не строим, не нужен. Пипи есть, ничка. Халк. Хаус пойдет брать консоль. Пир. Пир здесь. На этом. На стрёме. Ну, мы тогда делаем проще. Ману, конечно, мы обидно в сандалиях не пополним, да, но зато мы сразу пойдем на Гыву. Передаемся. Ману восстановили. Так, ребята, отойду. Сейчас чатик немножко почитаю.
не думаешь консу перью с маслом взять на 1-2-1? Вот эту консу мы возьмем перью с маслом, как раз она будет достаточно не сильно такая, не самый проходной бой, но масло нам здесь поможет, одного масла будет более чем достаточно, 5 маны потратим, вампиров пробьем с тремя ангелами, просто на раз-два-три, и побежали. То есть подбежали где-то сюда, встанем на разгон на первый день. Пока там Халх с тремя ангелами спокойно двушку разнесет. Даже без всяких проблем. Можно даже пробовать вот этим. Ну, нет, лучше Халхом на это. Халхом снесем. Ну и все, собственно. Что здесь еще обсуждать? Спокойный выход на 1-2-2 с маслом. Пусть не фулмана, да, но я надеюсь, мы быстренько до города там доканделяем и замок прям захватим. Я бы сейчас отбился от ту консу, пляну чекам, или возьмешь ложками, то ложками запал ниже. Понимаешь, все правильно, хайтэч, но если бы конца оказалось бы где-то вот эта максималка, пришлось бы пирью разбиваться сюда, здесь ману пополнять, вот эту консу брать ложком, с потерями довозить, а потом вот эту с маслом. И только после этого это бы нам отсрочило выход, но тем не менее. Гогов со вторика пока не получается подвести. Расскажи, на что стоит уповать инферно на Джебусе? Демона, демонитри мест, стартовая армия, пробивная слабая, уповать на объекты. Инферно, если вы идете на стандартный черт, вы должны выходить в пару против адекватного по силе замка. То есть, если вы играете, к примеру, против башни, например, ну, против какого-то еще там, пример, аналогичного замка, хотя я не знаю, вот, примерно какие, инферно башни, примерно на одном уровне, может быть, цитадель, может быть, еще это, может быть, еще там аналогичные замки, цитадель, рампорт, я вот, примерно к одному причисляю, многие со мной не согласятся, но вот я так считаю, что это нормально. Тогда можно инферно поиграть. И уповать надо, ну, естественно, конечно, как и все замки на консы, на улье. Улик надо будет еще тоже оформить. Я даже, если честно, склоняюсь к тому, чтобы вообще забить на него. Но с пятью ангелами мы как-нибудь уж и минотавров, и улей возьмем флажком. Этот грудак пригодится нам на ГО тут. Ну, к ГО мы выйдем уже, должны выйти упакованные прям. Самое смешное, что сейчас голду придется всю трейдить, всю вытрейживать, потому что все уже съедено здесь, что было, все уже сожрано. Это мы только потом вот эту вот сейчас прихватим медузятинку, а вот после медузятинки уже речь пойдет и о вот этих богов со вторички, там, может, кто-то места, потом, возможно, на габанк еще где-то мы ложком доберем. Ну, пока все как-то так. Ну, главное нам сейчас пиль двинуть вот сюда. И конты всех есть. Ладно, отойду. Спасибо.
Так, еще раз всем здрасте. Тварына, привет. Какими судьбами, что делает картончик на нашем скромном геройском стриме? Или жестянщик, как тебе? Это медузятник там шумит? Да, у медузятник, когда на нее это рядом с медузятник наводишь, у нее там шумы такие, как будто там змеи шипят. Около нычки дьяволов там смех дьявольский. Киберспортсмен, красавчик, если не читер. Че сегодня стримить будешь? Героев в картонке? Жестянки, может быть? Ты там, Сань, проголосовал уже за свою кандидатуру в номинациях? В номинациях за вклад развития геройского движения? Или картонского? Можно номинация «Картонщик года» провести на ХВ. Как такой вариант? Изи затащу, да я за тебя даже проголосую. Изи ты затащишь, конечно, ты затащишь. Даешь номинацию лакировок года. Ну тут, в принципе, можно в номинации лакировок года можно просто сразу награждать и все. Хотя я думаю, Тварынов и Морейти так поборятся плотненько. Так. Пока не забыли, импов наняли сразу. Так, так, так. Здесь сюда отправим. Демонов пока не будем ступать. Так, так, так. Значит. Прыгнемся. Я думаю, даже в ноль примерно будем прыгаться. На вторую ГМ только я обычно оставляю ресурсов. 9К, да? Фритов грейдить не будем. Импов можно погрейдить. Или купить ГМ2, да? ГМ2, наверное, купим. А, я затупил, надо было это купить плюс 1 СП. Так, ну все остальное дотрейживаем. Дотрейживаем. Довыкупаем. Ну и где-то так, в принципе. Я и планировал. Такой папской армейкой. Так. Этих тоже, наверное, возьмем.
Я думаю, может быть, даже вот этих взять на джорчик. Так, пить. Центр. Эти первый степ. Ангелов. Второй, последний, сюда. Сюда. Не, наверное, они нам не нужны. Они, я не знаю, они выдержат хоть один удар. Но если выдержат, то и ладно. Ага. Так, эти сюда. Третий. Почему третий стоят беспонтовый стек? Что-то я не понимаю ничего. Ага. Но все равно, я думаю, Магогам здесь прилетит знатно в этой битве. Так, все нормально. Так, ребят, сейчас пока немножко это... Тут ситуация требует радикальных мер, поэтому невыгодно туда идти на флаг, морально так максимально. Даже комп более-менее адекватно тут подрался. Ману экономить не будем. Что-то я, кстати, гугов, наверное, не туда поставил. Оба. Оба. Ну прям. Демона придется сдать. Не страшно. Это разберем. В принципе, дорезаем спокойно. Привет, Владыш. Всем привет, кто подходит. Так, ну, демона сдали, ну ладно. Ничего страшного. Господа слабиши. Так. Да. Так. Я думаю, спокойно же я вытащу полтосик вампиров. Но, наверное, не надо рисковать. Лучше подеремся нормально.
Подрались. Рухьелла. Лакелла. Рухьелла. Жестко было. Улетать, походу. Пока нам тут не в этого ли. Это сейчас пострадают жестко. Или эфриты, или даже гоги. Если мы его врубим, ну, мы его замедлим, наверное. Улетим просто. Блин, не побед. Ну да ладно. И, в принципе, должны так разобраться. Немножечко, наверное, это танканем. Сколько он 91 нанесли? Пушка поди отъедет сейчас. Или накинуться, да, ему добить. Ой, блин, не так немножко, не так, ошибся. Не мешает. Так, все, прокачали, землю прокачали. Надо было тогда, наверное, может, типа, набрать Пандору. Думаю, наверное, сейчас Гундула сходит, начнется, или на Ракиру надо качать, уж раз землю дали. Что показано? Да, в принципе, любую разнесем. Хламину. Максималочка изи без потерь. Надо немножко пири разогнать. Эфрита отдадим здесь. Все, хватит. Так. Возьмем гоблинов на отжорчик. Кстати, можно, наверное, гогов даже не брать. Возьмем бесов. Хватит. Ох.
4 демона съели. Ну, подерусь ли я лучше? 4 минуты осталось. Давай согласимся, пофиг вообще. Таймер мне дороже, чем сидеть, контролить. Да, вот это я походил, как бог просто. Не доходил, не дошел. У меня Теодорус есть, сейчас поможет. Или мне эти улики, этот один улик. Разбираем, армор даем, отдает отлично, берем. Улик, наверное, уже не полезен, пилью полезен ложками. Пить, побежала наверх. Здесь СПД купим. Пригодится. И атака. Так, это здесь. Пусть тут стоит Кира. Так, там сюда. Слушай. Теодорус здесь. Сюда, сюда, сюда. Все, хватит. Наигрались. Так, что-то тут уже пошел уже какой-то этот, перепалка какая. Грязный игрок еще не победил. Да вот странно. Ну вот, кстати, оформляем выход уже на 1-2-2 в Инферно. Один-два-один еще не в центре. Ну да, Диаблер, понятно, что меня тут... Сейчас мешает. Я думаю, надо добежать еще, наверное, это... Нагабан собрать. Деньги все-таки не помешают. А я еще тупанул, кстати, вот фритином не вышел на этот ход из замка. Тогда бы успел бы подтянуть еще голову.
Ой, папашки, пошла зара. Почему больше не проводят номинацию «Бомба года»? На самом деле, почему-то от этой номинации отказались, типа бомб не было бы каких-то ярких. Может быть, в этом году стоит «Бомбу года» замутить? Ну, в принципе, у нас вот сильно долгих боев уже больше не должно быть, если как бы в центре кто-то с нами встретится, прям уж опасный, а может, по идее. Вот мне еще надо демонов дотащить. Так, кто мне полезет в улик? Ну, наверное, все полезут там. Бесы и фриты. Папашка. Алеша без плюсе. Тварына, разбань меня. Тварына, зачем забанил Алешу без ключа? Какого ключа тебе не хватило? Ну-ка нам колись. Лога не решает. Да, лога не решает. Поэтому я за пирь и не играю. Я думаю, наверное, гундулой возьмем многобанк. А, или, наверное, вообще не буду его бить. Многобанк. А максималка геморроя создаст. Тварына играет в жестянке лучше, чем в картонке и лучше, чем в герое. Вот это бомба. Тварына, разбань меня, ты в этом году мне за ссылку на Черную гору поставил бан. Штенки. Иванова. А кто такая Иванова? Что на скоро дотку. Тварына. Разбань, разбань. Саньке надо в это в группе создать тему с разбанами. Пусть папашки там пишут, кого забанили. В чем кайф играть за Инферно на Джебусе? Вот эти вопросы, я не знаю, я скоро, наверное, как тварына начну на них реагировать, на такие вопросы. Демоней не успеваешь, остальное весьма посредственно. Ну, как посредственно? Все равно какие-то плюсы-то есть у Инферно. Ну, а с другой стороны, опять же, тут идет черк шаблонов. Поэтому... Из зол выбираю другие. Против оплота, например, на XL плюсу играть тоже не так сладко против кит. Разманил всех, кроме Диаблера. А Диаблер заслужил? Тварына, кстати, где сабгол, Сань?
Или он уже собрался на турнир? Лучше дай модерку. Думаю, полгода собирать. А ты учитывай ресабов как для сабгола, и все, и быстро соберешь. Смотрите, два реальных саба на канале. А, это типа, чтобы тотал, общее количество 132 было, ну это жестко. Если бы ты ресабы учитывал как сабгол, ну тогда бы быстро набралось. Самого себя можно только на ГГ забанить. Ты, Диаблер, уже забанил сам себя, чтобы облегчить труд людям. Так, надо подумать, кстати, бой с ГО тоже обещает быть-то не самым простым. На минуточку. И вот жалко очень, что я Фритина не вытащил с догами. Хоть Алему купить, что ли? За кого катать будешь в пятом сезоне? Если по Диабло, то, скорее всего, за Монка. Там, под пати. Можно было, конечно, за ВД, но что-то я не хочу за ВД быть. Тварина не любит верных папашек, ему все новых подавай. Тварина обмазался папашками и забыл про всех картонщиков и геройщиков. А когда next сезон? Next сезон начинается через 8 минут на Европе. Барбосы сильные будут, думаешь? А мне что-то кажется, говорили, крузаки будут сильными там. Кто в пати, кроме Монка? Знаю, что Сорка и кто-то еще. По-моему, Круз как раз. Рекорд. Но вар он как бы норм всегда был, поэтому что мой оппонент тоже таймер подслил, как и я. Тоже, наверное, ранний выход оформлял. За варвара стоит начинать? Ну, да, варвар всегда хорош. Он по рейтингу, он, посмотришь, он всегда там в первых местах. Да, барбосы всегда были там... А еще и бабосы. Алкатер его раскрутил. Да на самом деле там раскрутить-то не особо такое дело. То есть там всеми же классами пробуют играть. Всегда такая вот Диабло игра. Это не вторая Диабло. Тут вариация билдов всего раз-два и обчелся. То есть фактически есть единственная вариация топового билда. Поэтому
шибко не помувишь, что называется. Diablo 1 Best, это вам к Мизраэлю на стрим. Юрист, кстати, он писали про юриста. Юрист в картонках в топ-10 в Лего брал в этом сезоне. Что-то, по-моему, 9 или 8 он брал. Может, выше, не знаю. Что-то он там наверху крутился. Я думаю, наоборот, за ВД погонять лягушки. А ВД всегда приветствуется, в любой пати будут рады там, тотемы все эти. Всегда, всегда круто. Я не знаю, насколько меня хватит в Диабло. Обычно меня хватает ненадолго. Это где-то, вот когда она только вышла, да, третья, там еще когда все, ну, было до Reaper of Souls. Это тогда, да, тогда оно как бы было интересно. Но потом оно просто скатывалось. Я юристы слышали. Да, как бы я, Андрей, с тобой согласен. Тут реально не получится какой-то создать какой-то билд. Как, просто вот есть топовый билд, и вот играешь и сидишь, ты собрал ее, и ты тупо одну кнопочку жмешь и всех убиваешь. Вот вся Диабло 3, вся суть. Ну, оно скатывалось, но не так, потому что там все-таки как-то было. Когда был аукцион, все-таки аукцион. Мне вот интересно было с аукционом. А потом после аукциона казуалили, ты правильно все говоришь. Как бы импровизм. Правильно. Потом все упрощали. Папа юрист. Мне, кстати, интересно, почему юрист-то не стримит картонки. Он бы мог очень хорошую аудиторию набрать. Потому что тот, кто играет там в топ-100 леги, там пытается что-то делать, как бы, и народ идет на эти стримы. Понятное дело, что творы не до топ-100 лего далеко. Если только в жестянках или в героях топ-100 взять, тоже нормально. Да, Импреза, ты прав абсолютно. Любой, кто это, спокойно фармит истязание любой сложности, и причем вообще не напрягает. Все правильно. Поэтому и какой смысл играть, если там скилл негде показать? Абсолютно. По времени не тупить, самое главное не тупить. Блин, вот это не тупить, я называю. Как-то, наверное, так что ли сделать? Говяное оказалось. В принципе, я вообще другого даже не ждал близко.
побить. Срочно. Срочно. Ой, блин, атаку. Ну, атаку, наверное, правильно я сделал. Причем даже как-то не глядя вышло. Тролли. Мне кажется, одних ангелов бы хватило с этими троллями разобраться, причем на язычах. Остальные там просто обузу создают. Пушка. Пушка. Ох ты, ё-моё! У нас этот полный комплект, что называется. Я думаю, фритов, наверное, не надо брать. Они там легкой добычей станут. Лучше единичек взять. Даже комп справился. Сдача, да, ниже среднего, я тоже ее примерно так оцениваю. 4 коня. Убиваем, не убиваем. Вот так, наверное, надо играть. Ух ты, ёпар СТ, он их убил. Они бьют. Thank you.
Да, вот вроде как бы немножко быстро, ну, не быстро, конечно, но разобрались бы его. Так, мудрость берем, какие-то карабасы, может быть. Поехали. Теперь поехали побыстрее. О, замковский этот. О, красный шарик, ребят. Пригодится красный шарик. Считай, второе ГО бить. Лол. Что за хрень? Ну, приснет название лакирок года, да не скажи, что прям я так заслужил это. Я считаю, что не будет незаслуженно звание. Давай-ка попробуем грузиться. Пацаны. Ух! Пошла удача. Вероятность морали. Все ребята куда-то улетели. На 8. 400. Ну давай, ладно, ударим вот эти. Их скорость 5, мы их тоже 5, это получит по щам кто-то. Ну, вроде таким щитом все что угодно можно вытерпеть. Надо только быстрее. Я вот не знаю, сможем ли мы в утоп ворваться. Так, что-то как-то быстренько мы разобрались. Шарик пока оставим. Утопа маленькая, да, но я не полезу в нее все равно. Хотя, может быть, стоит. Не полезем пока. А что думаем? Что думать, кстати? Что, народ, гол в утопку или нет? Ну, наверное, слишком. Хотя 20-я защита. Ну все, 5 ангелов, нечем брать. О, конца. Сюда еще одного топа. Здесь его ГО должно быть. Поэтому мы туда запустим башка, сами побежим наверх. И что-то тактику берем. Пригодится. А, джины пока не трогаем. Ладно, пробежим. Смотрим, что тут. Рухи можно забрать. Что-то Пандора подскажет. Что-то подскажет Пандора говно. Так, есть ли этот обзор земли у нас? Нигде нету. Так, все, героями врываемся. Вот тактика опять. Ну, тактика в этот раз можно взять. Так, Алка с разведочкой срочно бежит. Ага, этого прячем. И Ухретина из соседнего замка выпускаем. Ну-ка теперь все в армии глянем. У него все равно больше, ребята. Ну что это за... Удеватель шарик.
Я думаю, что нет, у меня все-таки хорошая магия. Так, 25 остых крыльев из KFC, это тема, ну а то, где грифятню только вижу, конца не вижу, да это шутка была, то вернется, что это твои. Так, ну, так, надо смотреть сейчас, куда бежать, вроде как здесь его ГО, но непонятно, у него от ГО, будет ли у него там дорога еще наверх или нет, у него по армии он больше. Но если у него такие статы, опять же, мне у топу брать нечем сейчас. Да, вышел, да, вроде неплохо, но у топу 5 ангелов я не знаю. Не знаю насчет у топы. Ну, ошейник есть, в принципе. Здесь что, у нас минотавры что-то охраняют? Или как, горгоны? Сюда сейчас ложка запустим, там посмотрим, что есть. Может быть, имеет смысл где-то. Ну, у него там что-то очень лютое прям насыпало. О, Рэдди приплыл. Надо срочно сейвить, а то иначе все понятно, иначе мы в говне. Ладно, раз люди появился случай. Так и я о том же. Ладно, папашки, все, спасибо, кто смотрел. Сейчас я это стрим закончу. В чатике можете что-нибудь покидать. Но это. Он засейвит в конце хода, или я приму засейвлю. По идее. На этом на сегодня закончится. Завтра продолжу. Завтра будет, ну, где-то 15 МСК, где-то ориентировочно, думаю, будем продолжать. Все, всем пеку в чатик. Всем спасибо. Надеюсь, вам понравилось.